Подписчики, я приветствую вас на своем канале, опять же. Сегодня я хочу вам показать очень вкусный, легкий способ левенги из курицы, без костей. Что нам понадобится? Курица, майонез, 2 ложки столовые, 300 грамм орехов, и пюре от слив, это я сама готовила. И соль. Соль, она, я сама, собственно, приготовление, в одном видео я поделюсь с вами. Вы можете такую соль, вот домашнюю соль, и 2 луковицы. Так, начинаем мы сперва с чего? Мы начинаем сперва убирать из курицы кости, косточки. Так, мы как начинаем разделывать его? Вот начинаем. Нам надо, чтобы, видите, уже убрали, чтобы это здесь чуть-чуть горлышко осталось. От горлышка. Вот так, видите, срезаем мы отсюда. Вот, видите, убрала. Теперь чуть-чуть горлышко у нас. Теперь нам надо вынимать крылья. Крылья? Нет, сперва мы начнем отсюда. Видите, здесь как где грудинка. Чуть-чуть надрезаем его и убираем. Смотрите, она сама убирает, это делает. Видите, вот так. Потому что когда вот приятно и гостям, когда левенги бывает, без косточек нарезать и аккуратно едят. И стол не морается у нас. Чисто бывает. Вот видите, мы это уже убрали. То, что это, этим мясом надо все оставлять, чтобы оно внутри осталось. Вот. Вот так. Это мы убрали. Вот мы теперь убираем крылья. У нас крылышки остались. Смотрите. Видите? Крылья убираем. Все убрали, только осталось крылышки. Вот так. У вас всегда должен быть острым чуть-чуть.
И хорошо было бы, если вот маленький ножик, потому что с большим ножом неудобно. Вот видите, у нас это, мы оставили это. Она должна, чтобы потом, когда уже мы курицу это, будем ее оформлять, она чтобы красиво лежала. Убираем вторую. Видите, у нас вся курица. Мы теперь что делаем? Мы теперь должны эту курицу красиво обработали. Теперь надо солью. Вот то, что это соль, я этим обрабатываю. Его всегда солю. Оно очень вкусное. И как будто вот, бывает привкус колбасы. Там у меня и чесночок есть, и травы полностью. Вот видите, вот так мы сделали. Вот. И вот видите, смотрите, у нас вот то, что слива пюре было, чуть-чуть надо нам взять, чуть-чуть. Вы можете разное пюре, и сливы можно, и такое пюре есть, ну, чтобы оно чуть кислило, подкисло. Если нет пюре, надо, можно лимонный сок, чтобы она чуть-чуть это было, подкисливала. Вот так мы поделали его, теперь мы его, уже оно у нас готовое. Теперь нам надо его обратно же в свое положение привести. Так. Вот мы вот так развернули его обратно в свое положение. Вот видите, где вот ножички? Вот ножички. И теперь вторую ногу. Вот вторая нога. Видите? Вот то, что у нас мясо есть, вот то, что она, это надо ее вовнутрь поставить. Вот так. Это наше одно крылышко. И другое крылышко здесь у нас. Вот и второе крылышко у нас, видите, товарищи. Вот теперь у нас это уже готовое. Курочка. Приступаем мы. Теперь жарки. Начинки, внутренние начинки. Так, это у нас готово. Теперь курица у нас готова без косточек, мякоть. Начинаем мы зажарки лука, начинки. Что нам понадобится? Мы обратно же перечисляем лук, орехи, майонез, этот соль, перец. Вы можете на блендере этот лук пропустить, можно и нарезать. Я всегда на блендере работаю, потому что чуть меньше делает и лучше. Вот теперь мы. А, упомянуть хочу. Вот видите, у меня доска другая. Потому что я всегда мясо готовлю на такой доске. А те доски уже мы делаем вот без мяса. Готов наш пучок. Начнем с зажарки. Надо нам растительное масло добавить. И начинаем жарить лук. Как уже мы дойдем до золотистого света лука зажарки, потом уже туда мы на блендере обратно же свои орехи перемолоть и обратно же. Вот я уже перемолола, вот у меня готовые орешки. Сейчас пусть она сейчас у нас поджарится, и начнем мы уже жарить с этим. Вот уже у нас лук поджарился. Да, мы должны, куркума, это очень полезная вещь, я всегда на первом видео говорила вам. Куркуму надо чуть-чуть нам сделать, подсолили мы. Кто может, кто хочет 5-6 штук можете лука делать, но мне достаточно 2 головки лука. Сюда мы добавляем
или пастилат вы можете взять, в воде замочить и туда добавлять. И можно пюре. Я делаю пюре. У меня сейчас в данный момент на руках есть пюре. Вот так жарится у нас. Надо мешать и подсолить. Чуть мы подсолим его. Поперчить надо чуть-чуть нам. Поперчили. Вот жарится. А теперь мы добавляем сюда орехи. И надо поджарить орешки. Жарится. Хотите много масла добавляйте, хотите мало. Это на усмотрение ваше. Это. И всегда надо попробовать на вкус соль. Чтобы она, если будет не соленая, тоже не будет невкусно будет. Когда вот, знаете, есть много способов, но не, они не жарят лук. Когда не жарится лук, он как бы внутри она чуть сырее бывает и вкус меняет. Другой вкус. Вот видите, у нас уже это готово. Готово. Мы теперь начинаем начинки курицы без костей. Дорогие зрители, вот у нас уже готова начинка. Мы теперь начнем начинять курицу нашу. Вот так. Вот то, что у нас осталось, мы это мясо уже вовнутрь надо. Вот мы начиняем его. Начали начинку. Можно и руками, можно и ложкой, кому как удобно. Но надо руками нам делать, потому что там у нас крылья есть, ножки есть. Вот видите, прям ножки надо вдавливать вовнутрь ножки, чтобы она там, когда мы режем его, чтобы она была внутри и вкус был. Вот так. Вот теперь мы начинили. Можно и сшить нам, можно и палочками зубными. Но я всегда пользуюсь палочками своими. Теперь мы эти берем палочками. Надо нам здесь чуть-чуть как бы пришить его. Видите? Вот так. Теперь отсюда вышла. Вот, видите? И отсюда. Дальше. Раз, два. Видите? Теперь нам надо присоединить эти ножки, чтобы было нам аккуратно класть в блюдце. Так. Также мы ножички. Вот и все. Теперь нам нужна фольга. Теперь вы можете на сковородку, а у меня всегда такая она, стеклянная. Вот мы поставили так. А теперь обратно. Почему нам нужен был этот майонез? Мы туда шафранчик добавляем, этот куркуму добавляем. И шафран тоже можно. Кто хочет, кто по вкусу. И масло. Это все помешать. Помешать. И начинаем обрабатывать сверху курочку нашу. Она будет очень мягкая и сочная. Сочная. Она только вот здесь у нас на горлышке и на этих маленьких крылышках осталось. Косточки остались. Вот так. Вот мы теперь берем эту нашу курочку. Отправляем в духовку. В духовке она должна готовиться на 180 градусов. И даже ко всему можно. Даже если вы можете туда этот рис отварить, макароны отварить или картошку поджарить, чтобы вместе хотите так поешьте. Для гарнира вы можете любое, что хотите. Там и картошку можно, и рис можно. Вот кто что хочет. И мы уже, видите, как уже мы с фольгой его это делаем, чтобы она прикрыта, она сварилась. Когда чуть-чуть она уже хорошенько уже сварится, можно уже убрать фольгу сверху.
убираем, уже начинает она у нас жариться. Жареная бывает. Давайте мы вот так сделаем его. И все. Теперь на 20-25 минут, 180 градусов, мы отправляем в духовку. Вот и сварилась наша лявандия. Приятного вам аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Вот посмотрите, что, как она легко режется без костей. Вот. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр.